Всем привет! Давайте сегодня попробуем новую игру. Называется Ашен. Что я про нее прочитал немножко? Насколько я понимаю, в ней боевка типа Dark Souls. Вот. Насколько зайдет эта игра на канал, я не знаю, я сомневаюсь вообще, что она зайдет на канал. Но по своей сути для меня главное сейчас зашла бы она для меня. Если она зайдет для меня, то я вполне возможно поиграю в эту игру на канал для записи. Вот. В новом году новые игры, почему бы и нет. Так, ну давайте начнем с персонажа. Так, стиль персонажа. Мужчина-женщина. С усами женщина. Женщина с усами. Тоже прикольно, да? Ладно, прическа. Давайте выберем прическу. Лысого брать не будем. Вот такой вот. Любой. Какой у нас есть. Почему-то тоже как бы и женские, и мужские персонажи с одинаковыми прическами идут, наверное. Беспризорник. Ну давайте с беспризорника начнем. Так, усы, борода. Так. Д'Артаньян. Во. Как его? Наш любимый президент США. Линкольн. Так. Цвет волос. Цвет кожи. Цвет кожи можно выбрать, да? Давай вот такое. Цвет волос. Давай седой. Как обычно. Так. Ну и применяем. Соответственно. Вот пепельная парит меж звезд. Девять царств, под ней кружат средь множества ветвей древа мира. Что горделиво выслится над тьмой? Корнями уходит оно в пещеры, куда свет не проникает никогда. И когда одна великая пепельная спустилась отдохнуть на ее ветвях, среди этих царств появился свет. Спустя эоны времени великая пепельная ослабела от возраста и упала с древа миров прямо на равнине тьмы и испустила последние вздохи. В агонии смерти свет померк. И три последних вздоха пепельной стали тремя золотыми эпохами света. В первый золотой век три создания тьмы возвысились над всеми остальными. Старейшие темные кормили светом и процветали. Второй золотой век отмечен приходом матриархов, послушающих титанов, чтивых свет. Третий вздох был эрой человека, детей Гефны. И когда завершился последний вздох, начало время тьмы. В ту темную эпоху человеческие города стали руинами. Были разрушены войной, опустошены чумой и голодом. Гордый Латирий. Не успел немножко. Но не суть важно. Из тлена плоть, из мрака лучезарность. Скоро пепельная родится заново из останков прежнего тела и начнется новая рассвета.
Давным-давно я служил Пепельной, был стражем ее тускнеющего света. Пусть меня и покалечила его спящая ярость. Гляди же на ту горную вершину, ведь именно там разгорается новая надежда. Пепельная рождается заново. Узри первые проблески света, что сметет мрак с этих равнин. Какова наша участь тогда? В какой смысл нам? Вот этот парень побольше нас будет, да? А что, взаимодействовать нажми F. С этих высоких скал открывается отличный обзор. Будь осторожнее, ведь перерождение Пепельной станет бурным. А с тобой я могу поговорить, парень? Нет? А ты кто? И почему у тебя глаз нету? А, ну, наверное, потому что тьма была, да? Нет ни носа, ни глаз. Хорошо. А, наш путь лежит вперед, по всей вероятности. Пока еще не знаю. Я заходил только чуть-чуть, буквально взглянул на игру. Вот самые титры. Вот, в общем-то, игру саму не знаю, поэтому будем проходить вслепую, да, без глаз. И посмотрим, что она из себя представляет. Мне просто интересно. Так, скорее всего, нужно идти вот к этому костру, я думаю. Это что такое? Можно я посмотрю? Это космический корабль? Или что? Ты кто, Пепложоры! От таких одни неприятности! Раз, два, три, костер гори! 4, 5! Не смей нам врать! Ты идешь бок о бок с тенями! Мягкий рафет, теплый рафет, мехи мягкий, рулет мясной. Рулет. Несуй свои лапы к моему добру! Спроси у рафетов, у них тоже есть уши. Такие рафеты. Отвали, мерзавец. Опасно это, опасно. Всегда опасно. Проклятые тени, они вечно идут за тобой. Береги свет, прячь его, храни и не теряй. Пепложоры, от таких одни неприятности. Мы уже с тобой говорили об этом, ладно. Так, а что тут у нас есть? Давайте сразу... погас. Береги свет, говорит. Погас свет. Она здесь живет? Можно посмотреть, что у нее тут есть? Ничего нету. Абсолютно пусто. Свет уходит куда-то. Ладно, нам, наверное, все-таки вниз. По этой тропинке. Так, вот это что там такое? Воу, нифига меня скинуло. Вон там, смотрите, какая-то фигня. И ты что за черт такой? Это скала или все-таки... Это руки? Так похоже на руки, но... Скала Пепельная, наверное, и есть это. Так, это что у нас? Забрать? Что там у нас? Ага, я нашел какой-то топор. Ну-ка посмотрим, что это. Взять это F. Так, давайте посмотрим в инвентарь, да, нажать? Так, сломанный костяной тесак. Урон 30-36. А у меня нету ничего. 39-46 урон факелом. Я могу факелом посильнее бить, да? А, это шипастая дубина, это не факел. У меня факела нету с собой. И одежда есть, да, лохмотья? Ну ладно, будем знать. Информация, смотрите, есть про нее что-то. А, вот она, да? Топорик из кости... примитивно, но опасно. Без выживания изящество не имеет значения. Импровизируй или умри. Так уж устроен наш мир. Коул. А у меня вот эта бутылка. Ну, она как бы похуже, да, чем вот эта вот у меня первоначальная, которая была шипастая дубина. Ладно. О, там еще что-то впереди. О, это кто сидит? Легкая атака, это враг! Это враг! О, все. Он так быстро
Как быстро умер? А это что у нас? Еще один топор? А, вот. Так, это у нас дощатый щит. Дощатый щит вот здесь был. И что это у нас дает он? Этот самый дощатый щит. Так, куски металла и твердого дерева связаны воедино во имя выживания. Подчас бесполезный мусор может спасти тебе жизнь. Опять же Коуль. Ага, я его могу одеть. Вот сюда. Это вторая рука, скорее всего, да? Так, да. Ой, куда? Я упал. И он за мной. Я куда-то упал. О, а я тут могу ведь разбиться, наверное, если еще ниже пойду. Ладно. Раз уж сюда упали, значит сюда упали. Значит, такова судьба наша была. Так, тут у нас вода. Там зайчики. Ха, что такие уж здоровые? Заяц! Заяц. Я могу ударить? О, я могу ударить зайца. И чё? А как убрать оружие? Стой, подожди, оружие. Так, ничего не дает. Не дает. Кролик, ты просто сдох, что ли? Ну ладно, я думал, может что-то даст. А это кто такая? Амулет какой-то, что ли? Давайте посмотрим. О, яблочный светлячок. Ненадолго повышает скорость восстановления бодрости. Это если я его съем, да? Ну-ка, давайте почитаем про него тоже еще. Добавлен предмет. Яблочный. У меня, смотрите, жизнь. Так. Это зеленое насекомое очень питательно. Еще и приятно похрустывает, когда его ешь. Чтобы вышла гора, нужно множество мелких камней. Гефна. А это что за медальон? Нет? Я думал, можно будет ударить, нет? Не ударил. Так, ну что, куда я куда упал? Сейчас куда будем идти тогда? Тут где-то, наверное, по-любому есть проход. Если можно было упасть сюда. Кролик еще один. По-моему, из кроликов можно что-то добывать, если я не ошибаюсь. Но они... О, умер. Сам кролик умер. Да, вот это белая сапота. Мгновенно восстанавливает умеренный объем здоровья. Давайте возьмем. Это с него, по-моему, выпало, из умершего кролика, скорее всего. Мне кажется, так. Так, давайте посмотрим, что написано про него. Белая сапота хорошо восстанавливает силы и служит отличным перекусом после утомительного боя. Всегда бери белую сапоту, если где увидишь. Под ее плотной кожурой мякоть. Нет, это как бы, наверное, все-таки какой-то фрукт жизненных соков. Так, а у меня сколько здоровья? 50, а максимально сколько? У меня не восстанавливается здоровье или восстанавливается. Я не знаю, как применить, как съесть. Просто нужно выходить постоянно в инвентарь, что ли, чтобы съесть, или как? Смотри, тут что-то еще лежит, еще какой-то скелетик. Так, еще сапота. Отлично. Давайте попробуем съесть такую одну штуку. Как ее? А, вот. Я их могу еще положить в инвентарь быстрого доступа, получается, видимо. Ну-ка, подожди, давай-ка я выйду. Так, а где он? Под цифрой 2. Ну-ка, съедим. Вот, восстанавливаться. Да? Здоровье восстановилось. Еще одну съедим. Не могу? Я съел ее, нет? Блин, не совсем уверен, что я съел. Так, а что сделать, чтобы съесть ее? Использовать на R. Во. Нас использовать на R надо было. Я восстановил здоровье. Все, теперь понятно. Если буду немножко тупить, ну, первый раз, как бы не зная. Так, наверх мы по ним полезем, пойдем в обход. Здесь есть хороший. Там еще кто-то из людей. Куда он убежал, Эй, ты куда, парень? Ну, ладно, хрен с тобой. А, он там стоит, он меня там ждать будет, что ли? Так, вот тут какое-то еще поселение. Так, ну-ка, что он скажет? Кто это? Враг? Будем драться? Нет. Спроси у Рафетов, у них тоже есть уши. Отвали, мерзавец. А, так они все одно и то же говорят, да? Ты идешь бок о бок с тенями. Не суй свои лапы к моему добру. Береги свет, прячь его, храни и не теряй. Я могу взять этот свет? Нет. А, во, что-то было. Только что что-то было. А, короче, либо я погасил свет, либо он сам погасился, не знаю. Если бы я его собирал, тогда бы она бы отмечалась здесь. Но как бы этого ничего нету. Хорошо.
Белая сапота сюда. Если я сюда перемещу жучков. Восстановление бодрости и восстановление здоровья. Вполне возможно, что пригодится и то, и другое. Так, ладно. Хорошо. Пока все в порядке. Идем дальше. Он меня довольно дружелюбно так ждет. А я, смотрите, я могу еще и туда сходить. Неужели тут нелинейный мир? О, смотрите, я не зря сюда пошел. Что-то нашел. Так. Еще кузнечик. Хорошо. Блин, я боюсь, я упаду. Чуть не упал. Ничего тут больше нету? Вроде бы нет. Ладно. Блин, темнотища полнейшая. Ну, по крайней мере, дорога хотя бы освещает свет. Вау, вот это гора. В натуре на руки похоже так. Есть те, кто жреет вечной ночи и рад бы уничтожить лучи этого птенца. Это птенец? Нам нужно найти пепельную и защитить ее от старейших темных. Ох, ох. Это что такое было? Ну, вот, в общем-то, и приветствие. Ашен. Много будет неизвестного, неизвестного, непонятного. Ну, я думаю, со временем все равно разберемся с этим совсем. Грузиться долго будет, интересно, нет? Оу, падаем куда-то вниз. Это я? Это я. А где мой спутник? Вон он. По-моему, это он лежит. И что я должен сделать? О, ладно, встаем. Встаем, встаем потихонечку. Так. Моя булава все еще со мной. Так, а ты живой? Эй! Смотри, живой. Все нормально. Так, давайте до того, как пойти до света, посмотрим, что у нас тут можно найти. Может быть, что-то действительно найдем здесь? Кто его знает, что-нибудь потайное опять найду? Нет? Тут настолько тут темно, а наверх я не забрал. О, смотри, могу забраться. Настолько здесь темно, что даже непонятно, что дальше делать. Вон я оттуда выпал, из того света. Но я как бы не в свету вроде бы был. Опять же в темноте. Так, ладно. Здесь ничего не было. Будем знать. Что это пока вступление. О, что-то нашел все равно. Я же говорю, есть что-то. Ага, сапота. Опять сапота. Пригодится. Здоровье нам восстанавливать нужно будет. Пойдем обследуем. Пошли наверх. К свету. Какое зрелище. Наш мир вновь купается в свете пепельной. Уже стало светло? Тебе довелось ощутить всю силу пепельной и выжить. А, это когда она взорвалась, гора, да? Нам понадобится эта твоя сила. Пока что пепельная лишь дремлющее дитя. Она уязвима. Нужно пробудить ее ото сна. Прежде чем отправляться в путь, нужно прикрепить твой дух к ритуальному камню. Если случится несчастье, камень станет тем маяком, что не даст тебе сгинуть за порогом смерти. Это точно как в Dark Souls, то есть не сильно отличается. Но я переживаю то, что вот это заморока мне не зайдет. Ну, будем надеяться, что все-таки будет все хорошо. Ритуальный камень есть здесь, рядом, в районе под названием Приют Бродяги. Но для того, чтобы разбудить его, мне понадобится молот и кресало. Отыщи их. Активно новое приключение. Молот и кресало. Ты куда опять пошел? Следуй за Йоккелом. О, его зовут Йоккел. Блин, обновлена карта. Так, давайте посмотрим карту. О, вот она, карта. Карта довольно линейная, да, смотрите. То есть дорога есть,
И вот такая вот она, не такая уж и огромная почему-то у нас оказалась. О, нет, смотри, идет, бесконечная какая-то карта. Просто идет, да. Она довольно линейна, но продолжительна. Так, давайте будем следовать за этим парнем, он впереди, а между делом кое-что пособираем. Это что такое? Забрать. Еще сапота. Отлично. Открыть карту, Escape. Но я же уже открывал. Вот мне надо сюда, да, скорее всего. По идее, бы все пообыскать, но раз надо сначала привязать себя к ритуальному камню, начнем, займемся этим. Спринт. О, выносливости не так много, да? Она постоянно падает. Хорошо, давайте не будем торопиться с выводами и пока не будем обследовать все, потому что мало ли что может случиться, а пойдем просто чисто именно найдем на ритуальный камень, чтобы была привязка к ней. Так. О, я могу с ним поговорить. Молот и кресло? Кресало? Батарана. Скорее всего, их забрали бродяги. Все они воришки и барахольщики. Украдут все, что не прибито или не привязано. Че, мне придется с ними драться, что ли? Найти молот и кресло. Еще раз обновлена карта. Ага, нужно вот сюда будет идти. Но сначала пойдем сюда, да? Хорошо, давай посмотрим. Вон он, враг. Извлечь щит. Что-то я его ни разу не ударил. Как-то мне не повезло. Так, что у нас тут было? Ага, еще еда. Это хорошо. Графон, конечно, не самый клевый, но, тем не менее, ну, я имею в виду... А куда дальше-то, дружище? Так, ладно, давай посмотрим карту. По прямой, ну ладно. Так, а если вон туда пойти? Нет, это не туда. Короче, пойдем сначала по прямой, наверное, надо будет. В смысле, туда, да? Ты за мной идешь, не я за тобой. Я думал, я за тобой должен идти. Приют бродяги. Здесь где-то бродяги бегают. Или это тот, которого мы только что... А, вон он, еще один. Прицелиться... Нажмите последнюю кнопку для прицеливания от врага. Один. И чё? Чтобы уклоняться, левый shift. Так, давай будем уклоняться. Да почему я ударить-то его не могу? Тренироваться надо, вот что, скорее всего. Так, а вот эти вот, если я разбивать буду вот эти вот кувшины, даст ли это мне? Нет, похоже, ничего не дает. Ну хорошо. Бродягу убиваю не я, бродягу убивает мой напарник. Ну, видимо, для начала для этого мне он и нужен как раз этот напарник, чтобы, если что, мне не умирать. Так, где я? Приют бродяги, надо сюда идти, да? Ладно, пошли. Будем расправляться вон с тем? Пошли тоже. Че, почему нет? Захерачим его тоже, если он... Этот бродяга будет там... Так, нужно... Подожди, а как... забыл я, как ставить-то? А, средняя клавиша мыши. Уклониться. Опа, я уклонился. О, там еще один! А мне, короче, похоже, только нужно уклоняться. Мне не стоит бить. Бить будет вот этот мой напарник. Он, наверное, сильный, да, наверное. Ну, у него, смотрите, тоже жизнь немножко убавляется. Так что давайте, может быть, похаваем. Вот так вот. Так будем здоровее, так будет лучше. Ну, в принципе, графика приятная, мне нравится, в общем-то, реализма Dark Souls мне... Я, кстати, не играл в Dark Souls на канал, и не то, что на канал, я так сам по себе играл, только, может, один раз заходил в эту игру. Мне игра не особо нравится, слишком мрачновата она. Это что такое? Как? Куда идти-то, А, ну вниз, да? Вообще не нравятся мне такие игры, мрачные. Я все-таки люблю что-нибудь поживее, повеселее. Так.
приюте бродяги по-любому есть еще враги. Так. Скорее всего, ходить здесь в разные места довольно опасно, потому что враги тоже довольно опасны. Так что будем действовать постепенно и медленно. Так, это может быть ловушка. Тут каждый шаг может оказаться ловушкой. Ой, ёптый! Да что такое? Надо похавать. Где она? Наверху? Ты убьешь ее, нет? Или мне придется тебе помогать? Похоже, это один из тех... Уклоняйся, ёптыть! Там еще одна тварь. Так, у меня жизни мало осталось. Я не хочу рисковать. Давай, води. Все, я ее завалил. Воу, а жизни-то осталось мало. Черт. Там еще один, ёптить. Так, это что было такое? Как все сложно-то, а? Мы куда идем? Мы идем туда. Я зря сюда пришел вообще, по идее, наверное. Надо. Нет, вон это место и есть, как ни странно, да. Как бы просто на горе. Карта, в общем-то, не совсем понятна, поэтому по существу. Если мы спустимся вниз. Так, я нашел какое-то перышко. Максимальный запас здоровья. Получено черное перо пепельное. Это круто, наверное. Разносить это нельзя? Добро, похоже, нет. Фу, довольно опасно. Как я еще выжил, не знаю. Так. Ну что, идем дальше. По ходу дела нам нужно идти вот куда-то наверх, что ли? Вон туда, куда-то. Блин, у меня-то у самого нету этой. Как он называется-то? Лука. Приходится... Вон еще один стоит. Почему я его не могу? Эй. Вон он, отметка. Отметка. Иди сюда, падла. Он что, сюда не пойдет? О, бежит. Ух, их двое! Ёптыть! Да, мы завалили его. А здоровья-то у меня немного, между прочим. Так что это довольно опасно. Каждый раз начинать все сначала. Мне нужно найти... где же я могу здесь... мне кажется, эта игра мне будет очень сложно проходиться, потому что я могу не выдержать. Так. Могу не выдержать психа здесь, в этой игре, потому что, сами понимаете, эта игра... включает в себя очень много боли, наверное. Так, ну, по всей вероятности, нужно идти куда-то наверх. Так. Блин, их так не видно. Вот он, бежит. Их так не видно. На самом деле. Управление картами довольно тоже... картами, говорю. Управление клавишами довольно специфически тоже нужно привыкать. О, я что-то нашел. Сломанный железный... Во, вот это будет покруче.
Снаряжение две руки у меня сейчас, да? Или что? Подожди, а как я должен переключаться? Извлечь двуручное оружие. А, во! Вот это будет круто, наверное. Есть кто? О, кто-то стреляет в меня, по-моему. Или мне показалось? Вон тут, вон сверху, я его вижу. Давай, собирай, что? О, вкусняшка. Идем дальше. Куда он убежал, эй? Черт, ты где? Вон он, я его вижу. Помогу! Двуручное оружие, прикольно. Мощно долбит. Так. А это кто? Это шаман. Похоже, это пострашнее будет существо. Но нам или... Это либо шаман, либо какое-то животное. А, это животное! Ну, не факт, что мне будет легко его убить, так что я не буду рисковать все-таки пока. Давайте сначала дойдем, сделаем то, что нам приказали сначала, первоначально. Так, а что у меня есть вообще из еды? Угу. Из еды у меня вот что есть. Так, отлично. Идем дальше. Поднимаемся наверх. Кто? Я слышу посторонние звуки. Кто? Где? Когда? Так. По лесу придется идти. Где-то впереди. Йорин круче. Вон он, черт. Ах, собака. Да что ты в меня попадаешь, падла? Воу, их там, ай, твою мать, они же будут меня сейчас бить. Вперед, быстрее, уходим отсюда, нахрен. Эх. Сейчас я тебя, где он? Сзади отстал. А, это ты? Черт, они нас чуть не приговорили тут. Я испугался. Они... Мы отступили. Это тактическое отступление было. Сейчас пойдем еще раз попробуем их атаковать. Куда идти? Они там, да? Смотри, как они продуманно сделали. Или мы их убили? Похоже, не убили мы их. Так, один стоит вон там. Я его вижу. Вон он. Черт, я не могу... О! Смотри, они прячутся, падлы. Они знают, что делают, да? Все, завалили? Да, это было непросто. Так. У тебя жизни мало осталось. Вон он, похоже, да? Впереди? Похоже, мы уже почти дошли. Там какое-то озеро еще будет. Ладно, давайте пройдем. Вон он сидит один. Или сколько их там? Там он может быть не один. Смотрите, какие они засранцы. Они знают, что делают. Они тактически правильно себя грамотно ведут. Может быть, надо как-то потихоньку их... О, еще один! О, это было жутко. Ладно. А чего у моего этого напарника так мало жизни осталось? Да, нужно
придрачиваться к этой игре. Смотрите, их, они вокруг везде, и как бы их на самом деле не очень сильно от окружения отличишь. Они очень похожи, и если бы графика была реальной, то, может быть, их было бы больше отличимо, чем нежели сейчас вот в такой угловатой квадратной графике. Да, они могут быть везде, но я, по крайней мере, вау! Фу, ты мне показалось. Я думал, ну там какой-то черт стоит, но нет, все нормально. Так, я не могу отметить его, пока он меня не заметит. Вот, все, есть. Добивай его, сказал. Что ты его добить-то не мог, а? Так, экипировка. Это что я тут взял? Я не знаю, что это такое. Шлак? Странно. Что за шлак? Там какая-то пещера еще одна стоит. Так, ну я, похоже, на месте уже, да? Нет? Надеюсь, на нас никто сейчас не нападет. Вероломно. Ох, я же говорю, вероломное нападение. Так и знал, что оно будет. Но это еще только цветочки, ягодки будут позже. Так, что дальше? Наша следующая задача. Здоровье прибавили. Так, смотрим, у нас отправляйтесь к ритуальному камню. А где он находится? Угу. То есть нужно идти назад. Черт, там еще будет, наверное, какие-то. В пещеру я заходить не буду, там слишком опасно. Тут вообще везде опасно, я понял это. Пока придрочимся к игре, пройдет какое-то время. Так, отметка вон там, внизу. Ладно, давай аккуратно. Так, там олень идет. Оленя я пока трогать не буду, потому что мало ли, он может быть опасен, может быть зол и коварен. Силен тоже. Вот он. По-моему, вот в этом месте и есть ритуальный камень. Давайте глянем. Я бы хотел убить тоже этого оленя, но сначала нужно посмотреть, что я вообще могу сделать. Так, я на месте, нет? По-моему, нет. По-моему, нужно идти куда-то дальше. Приют бродяги. Это я тут был уже. Костер мы собрать не можем. Ну, ладно. Здесь мы всех поубивали. Нужно идти ниже или как? Угу, там внизу. Все, отлично, понятно. Теперь-то все понятно. Главное не разбиться. Как-то надо спускаться потихонечку, наверное. А то жизнь будет... О, там еще один. Нам надо его тоже, наверное, приговорить. Там сидит, так ждет нас, похоже. А я его... А, о, залез. А, ты чё лагаешь? Игра! Хорош лагать! Ого, у него... У него этот щит с собой есть. Все, я его завалил. У него щит с собой был, он был посильнее. Это что у нас? Костяное копье. Так, давайте посмотрим, что значит оно, это костяное копье. Так, ископаемая кость, найденная глубоко под... пеплом особенно хороша для изготовления острых и крепких наконечников. Ископаемые кости трудно обрабатывать, но усилия того стоят. Ворса. Короче, это у нас будет крафт еще в свое время, не сейчас. Пока не буду я им пользоваться. Так. Да. Графика явно смущает тем, что врагов сразу становится не видно. Благодаря этому. Так, вон туда надо, вниз идти, я понял это. Но как? Там еще один враг. Ты смотри, тут их много. Ладно, пойдем тогда потихонечку спустимся.
Будем убивать их всех потихонечку. Опять же. Вау, а тут высота неимоверна. Тут, там, по-моему, еще более страшные враги. Так что нужно все-таки двигаться. Ни хрена тут высота. Черт, куда-то я не туда прошел. Ну давай, 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 прыгай. Прыгай нормально, парень. Да, подобные игры я не играл, поэтому, в общем-то, будет интересно попробовать во что-то подобное. Ладно, давай спустимся вот так вот потихонечку. Вот сюда, ниже. Если я спрыгну, нормально все? Все нормально. Вон он, я вижу его. Он стоит и ждет меня. Так, ты один тут? Нет? Я не вижу других врагов. Напарник, молодец. Так, впереди что еще? Есть еще кто? По-моему, я здесь уже был. Ты затушил костер? Костер? О! Наш друг стоит! Он нас как раз и нам скажет, что делать. А почему он нам не помогал? Он такой здоровый. Мне кажется, ему было бы легче с ним справиться со всеми. Здорово, дружище! Подай ко мне молот, я разбужу этот спящий камень. На, возьми. Коснись кристаллом ритуального камня. Привяжи свою душу к этому месту. Да. Где? 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 Куда? Это он? Подожди, а где? Да, это он. А я должен... вот так вот я должен нажать на букву Ф. Теперь я привязан. Зачем ты так ударил, а? Вау. Привет, бродяги, стал твоим. О, теперь я владею этим. То есть сейчас вот эти вот враги. Приключение закончено. Молот и кресло. Так. Новое странствие. Поговори с Батараном. Что он сказал? Do you dream? Тебе снятся сны, и я во снах слышу голос брата, когда-то он пошел этим путем вместе с отцом. Меня не взяли. Ахо был старше, и только он мог сопровождать отца. Теперь сквозь дрему я часто слышу, как он зовет меня. Всякий раз одно и то же. Он зовет меня с вершины каких-то развалин слушающих. Я нашел эти руины у озера. Поможешь мне туда забраться? Конечно. Активно новое включение. Нужно так подняться. Так, поднимитесь на развалины. Обновление карты. Хорошо. Давай посмотрим на карту. Это где-то надо ниже, да? Ниже по течению. Но опять же, тут много будет врагов. Сейчас попробуем. Или все-таки давайте оставим на следующую серию. Как бы первый такой заход был. Ну, первое впечатление получили, как бы, ну, еще пока такие двойственные чувства. Будем играть дальше, посмотрим, зайдет она мне или нет все-таки игра. Ставьте лайки, смотрите новое видео. Пока, ребят, увидимся.